Доброе утро, дорогие друзья. Вот решила вас познакомить с мерой весов мука и крупа. Меня всегда интересовало, сколько ложек нужно взять муки, сколько ложек нужно взять крупы, чтобы это все не взвешивать. Вот здесь вот вы можете остановить на стоп и посмотреть мою таблицу. Сколько и чего. Здесь идут стаканы, столовая ложка и чайная ложка. Вот, потому что стаканы бывают 250 грамм и 200. Вот, например, нужно взять, крахмал картофельный. Вот. И в стакане, значит, 250 миллилитров, 230 грамм. В стакане 200 миллилитров, 180 грамм. В столовой ложке 25 грамм. И в чайной ложке 9 грамм. Ну, в общем, нажимайте на стоп, изучайте таблицу, переписывайте ее. Всего доброго. Ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал.